Йоу, собаки, народ из Маки перед вами, Йоля! Ребята, мы рады приветствовать вас на нашем канале Hype House Rush. Кстати, мы заметили, что многие смотрят наши видео без подписки. Обязательно сделайте красную кнопочку под видео, серый я жду. В общем, если ты это сделал, то можешь смотреть видео, если не сделал, то... Ну, в общем, сам это. Мы сегодня с девчонками съездили в магазин и купили кучу реквизита. Суть в том, что наши мальчики будут стоять и держать свои телефоны, свои, между прочим, телефоны, вот так вот на двух пальцах, а мы им всячески будем мешать. У нас тут и петарды, и водные пистолеты. Даже лизуны купили. И получается, кто дольше всех продержится, тот оставит свой телефон в целости и сохранности и сверху получит 100 тысяч рублей. Представляете, мы с девчонками все скинулись? Это беспредел какой-то, мне кажется. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. А еще разобьем телефон. Поскольку у меня есть палочка-выручалочка, сейчас по щелчку моих пальцев здесь окажутся наши мальчишки. Не понял, а где они? А, я звезду не зажгла, сейчас. Все, сейчас даже сработает. Стоп, а что это? Я же не так колдовала. Так, что-то не работает, еще раз. А вот так что вот? Для того, чтобы мальчики ничего не видели, мне нужны маски. Ладно, тебе. Тебе, тебе. Все на глаза. Мальчики, вы не знали, но мы украли у вас ваши телефоны и сейчас возвращаем. Егор, руки, руки. Ну что, девчонки, готовы повеселиться? А что это за ехидные рожи такие? В общем, мальчики, поднимаем свои жопы. Вы должны встать на стул. На стул, по... Вот так. Там нет люстры нигде? Нет, нет. Что? Точно? По голове. Суть в том, что вы должны держать свои телефоны двумя пальцами. Двумя, ты держишь не двумя. Нет, ты держишь... Нет, ты халтуришь. Да, капитан! Стоп, а как мы, стоп, а как мы будем ставить... Что за дебил сделал? Для чистоты эксперимента здесь появится секундомер, который будет отсчитывать, сколько мальчиков постояли. Ну все, начинаем. Идем пакость. Рука начинает напрягаться. Кто настал, ты? Парада! Все, я плевать, какой-то большой. Я не знаю, а я не такое, вот, у меня воздухом там уже было. Реально? Что ты делаешь? Ай, ты мы не убили! А, мы не хорошо. Я такую сладость нашел. Вы не поверите. Амир первый вышел из игры. Брос! Со мной останься, пожалуйста, мы шипы хотите слить. Ребята, у меня телефон упал. Что у меня телефон, сломался? Нормально все будет, новый купим. Я буду тоже помогать. Ребята, произошел какой-то резонанс, а они попали в глаза хлопушкой. Пойдемте посмотрим, что произошло. Ань, ты покажи. Реально, Ань. Вот. Сильно больно. Сильно? А тебе прям эта штука отлетела, что ли? Да сюда прям. Мне все хорошо. Ледик приложим. Пошли. Произошел, короче, капец. Да иди сюда, стой. Тут лед есть. Сильно больно. Детям эти штуки не игрушки. Когда не покупаем хлопушки. Он так и гнал у тебя. У тебя мозг. Все будет хорошо там. Да все нормально. Да оно просто еще горячее было. Ребята, у нас произошел резонанс. Аня хлопушкой очень поранила себе глаз.
Поэтому я считаю, что мудрым решением будет не продолжать веселиться, а разделить по 50 тысяч рублей Егору и Диме, и у них останутся целые телефоны. Слушай, я предлагаю эти деньги новый iPhone купить. Реально? Круто! Вот это дружба! Вот понимаете, дружба должна быть такая. Мы семья, а это. Они не купят новый айфон. А кому нужно? Они лучше эти 50 тысяч рублей, не знаю, куда-нибудь там в Макдональдс ходят на всех. Какой нет! Мы же семья. Я куплю тебе новый. Ты мне точно обещаешь купить? Братан, мы купим. Чтобы вы убедились, что мы не обманываем, мы правду купим Амиру новый телефон, то обязательно ставьте пальчики вверх, и в следующем выпуске мы это покажем. Вы реально мне купите новый. А с вами был Hype House Rus! Юля у нас сегодня была замечательной ведущей, поэтому предлагаю сказать ей спасибо. Bombs like Baghdad. Stop bringing bad fats back. And give a fat bitch a fat pat for running a track lab. Rats, tubby, you lost all of your...